взрослые, если грустите, кошки скребут на душе. Детство в аптеке спросите, в капельках или в дроже. Здравствуйте, с вами Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. В своем предыдущем видео я знакомила вас со своими игрушками на тему «Дети». Это были игрушки на подвесках. А сегодня обещанное видео, та же тема, дети, часть вторая, игрушечки на прищепках. Начну, наверное, вот с этого мужичка, мужичок с ноготок. Честно сказать, я думала, куда и какую серию отнести, то ли в персонажи, то ли в серию дети. Ну вот решила отнести в серию дети. Вот такой вот мужичок с ноготок, в шубке, в огромных рукавицах. У меня 3 экземпляра этой игрушки. Выпускалась эта игрушечка и в Ленинграде, артель и культ игрушка. И выпускалась тоже в Москве на заводе стеклянной и оптической игрушки. Автором этой игрушки является художник Чистяков, и была она утверждена в 1953 году. Ну вот вы видите этот экземпляр у меня в амальгаме, этот вот в мате, и вот третий мужичок маленький, только 6 сантиметров. Вот такая вот игрушечка. Есть 3 экземпляра. Ну, может быть, и 5, и 6, и 10. Если будут попадаться, я, конечно, буду их приобретать. Мужичок с ноготок. А вот это вот... Вот это вот мальчик с погремушкой. Мальчик с погремушкой. Автором является Кузьмина Юлия Николаевна. Год утверждения 1954. У меня их 2, вот второй. Видите, поменьше. Этот вообще очень большой, этот не характерный для вот фигурок вот этих вот детей. Вот эта вот игрушка, она более редкая, более желанная. Она у меня, в принципе, в хорошем сохране, но не в идеальном. Вот такая вот игрушечка. Мальчик с погремушечкой. Что у нас еще здесь на столе? Но сегодня так необычно, все сразу выложила. Обычно я потихонечку по одной вытаскиваю, как бы держу вас в напряжении, никогда неизвестно, что я покажу в следующем. А сегодня вот решила несколько по-другому, просто выложить сразу все игрушечки. Мальчик с лопаткой. Это, кстати, вот та игрушка, одна из самых-самых первых, которую я приобрела 4 января 2019 года. Очень хорошо помню этот день. Так вот, автором игрушки является Горбашова, и утверждена она была в 56 году. Вот такой вот мальчуган с лопаткой. У него, правда, и лопатка розовая, и шубка розовая, поэтому я мечтаю еще приобрести мальчика в другом цвете, чтобы лопатка была более ярко выражена. О ком я еще не сказала? Не сказала я еще о девочке в шубке. Вот. Девчушечка в шубке. Такая вот фигурка. Кто является автором этой игрушки, мне не удалось установить. Но я надеюсь, что когда-нибудь я это узнаю. Вот такая вот девчушечка в шубке. И 2 игрушечки. Вот одна и вторая. Это мальчик в костюме клоуна. И тоже вот видно, что вот этот мальчик, он меньше вот этого. Тоже вот игрушка около 6 сантиметров. Мальчик в костюме клоуна. Автором игрушки тоже не удалось мне выяснить, кто. Но знаю, что производилась эта игрушка в городе Москве заводом стеклянных и оптических изделий.
и выпускалась игрушка с 1958 года. Вот такие вот игрушечки на сегодня. Так что видео сегодня будет покороче, игрушек не так много. Что я хотела сказать в завершение? Уже несколько раз меня просили рассказать о каталоге, о котором я так часто вспоминаю в своих видео, о каталоге советских елочных игрушек, самым последним, который был выпущен в октябре 2019 года. И обещаю вам, что следующее мое видео будет посвящено именно этому каталогу. Я его покажу, о нем расскажу. Расскажу тоже о авторах, где и как его можно приобрести. Помогу вам, подскажу. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Нажимайте колокольчик. А сегодня я прощаюсь с вами. Берегите себя, берегите своих близких. С вами была Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год круглый год в душе.